Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на игровом канале Stitch, и мы с вами продолжаем проходить игру Silent Hill. Нам нужно с вами добраться до озера. Как это сделать, пока непонятно. Мне сказали, что тут где-то лежит какая-то разбитая колба. Только где вот она? Я пока не могу ее найти. Я все осмотрю. Вполне возможно, что она где-то есть. Это нам с вами нужен для того, чтобы потом спасти девушку полицейского, как я понял. Либо я что-то не догоняю, либо где-то ее здесь и нету. Если мы это не подберем, то она нас сами умрет. К сожалению. Пока я ничего тут не вижу такого. Хрен его знает, я вам скажу. Здесь тоже вроде ничего такого нету. Давайте вот сюда еще выйдем, тут пройдемся, дальше никуда не пойдем. Если ничего не будет, то все это. Дальше и смысла нет уходить. Так, эта тележка, кстати, стояла тут или нет? Что-то я не помню. Торговый автомат. Так, это нам тоже не нужно. Ладно, пошлите. Я, если честно, вообще не помню. И вернее, даже не знаю, где эта штука лежит. Это колба. Где ее достать? Тут ничего нету явно. Да, теперь, дорогие друзья, еще без комментариев. Смотрим, может тут где-то что-то есть. Может быть где-то на улице. Тоже я ничего не вижу. Сейчас будут собаки. Оу, фак. Бегаем. Я думал, она закрыта. Все, мы сами вышли на улицу. Я так и не понял, про какую мне сами колбу говорили. Блин, но я ее походу все-таки не нашел. Центр Silent Hill. Госпиталь. Что за колба, как? Если бы я бы, если честно, бы сам бы играл бы, я бы, наверное, бы даже до нее бы не додумался бы ее взять, эту колбу. А так мне подсказали, я даже не знаю, где она. Мне просто сейчас никак уже не залезть в эти в комментарии и не посмотреть. А перед началом записи я почему-то не додумался до этого. Точно знаю, что надо сами бежать в старый Silent Hill обратно. На мост. Да, все правильно. Сюда идем. Мост открыт. Тут, кстати, много концовок. Достаточно. Штук 5, наверное, если я не ошибаюсь. Какая нам с вами концовка достанется? Я, если честно, пока затрудняюсь ответить на этот вопрос. Это должно быть канализация, о которой говорила Лиза. Закрыто. Замок. Замок совсем проржавел. Слушай, я тоже так думаю. Если мы по нему хорошо ударим. Так, это пауза. Давайте попробуем чем-нибудь ударить. Что сами есть. Здесь труба. Если труба возьмет замок, ну то тогда. То есть что, издеваетесь?
Ты смотри, сломали. Просто прекрасно. Давайте поставим что-нибудь из оружия помощнее. Так, охотничье ружье, 0 патронов. Дробовик, 0 патронов. Один только пистолет. Все-таки я так и не понял, где это находится, эта колба. Как мне сказали, что она в госпитале. Так, ну и музыка у нас сами зловещая начинается. Это что такое желтенькое? Я понимаю, конечно, что нам вниз надо идти. Тут такого я ничего больше не вижу. Ладно, спускаемся. Какая музыка? Здесь, кстати, новый вид врагов появится. Это я тоже где-то читал. Их не слышно, и радио не фонит. Представляете? Сука, они любят по потолку лазить, эти твари. Я этого монстра ни разу не видел вживую. Сказать не могу, что он себя представляет. Я думаю, лучшим способом будет это убежать. У нас нет карты. Еще знаете, что хочу сказать? Надо тут где-то как-то карту будет найти. Чё он так медленно идет? Чувак, давай нахрен, торопись. Ох, блядь. О, фак. Ты где? Чё за звуки, блядь? Я вообще не понимаю, мне ж, блядь, не по себе становится. Сука, твою мать, а? Ублюдки, а? Таракашки, сука, ты смотри, а? Так, придави его, сука, ногой. Ну? Что ты будешь делать, а? Вот ублюдок. О, у нас уже отдышки, нет энергии. Давайте возьмем в руки. Я думаю, топор против них вообще будет самое то. Блять, он мне сесть мозг вынесет, сука. Почему ты, сука, не достаешь до него? Видимо, этот топор он как-то бьет не до земли. Давай. Да, это бред, короче. Это бред, я вам скажу. Мы не можем с вами расправиться с каким-то старым тараканом. Но я его сделаю, я обещаю. Вот ублюдок. Получил? Кусок дерьма. Отлично. Просто замечательно. Такого удовлетворения. Так, вот. Порта задваивается. Представляете? Вот раздваивается, это очень плохо. Возьми в руки пистолет. Вот эти вот твари, которые были вместе с тараканами, они мне, знаете, чем-то напомнили. Звездный десант, то кино смотрел. Там вот точно такие же. Видимо, когда разработчики Звездного десанта делали эту игру, они, наверное, руководствовались. Так, там патроны, смотрите. Я вижу их. Они, видимо, переиграли в Silent Hill, потому что вообще вылитая копия. Арахниды, или как их там называли, если не ошибаюсь. Так, патроны для винтовки. Просто прекрасно. И нам нужны. Вот он. Ты ублюдок, сука. Что за животное, сука? Закончились патроны? Вот это нежданчик. Просто прекрасно.
Так, ты ногой этого добей. Видимо, так, ногой ему не получится добить. Да что я сели со стартом постоянно путаю, меня это начинает раздражать. Обезболивающий, ампулу, давайте выпьем. Ни разу, кстати, ей не пользовались. Так, сейчас сходим сюда до конца. Ух ты, сколько тут всего, ты посмотри. Какой-то ящик. Сейчас опять, скорее всего, кто-то вылезет отсюда. Так. Дробовик. Это от пистолета. Да, это точно, это от пистолета. Так, настоечка. Я стал в стадии с ними, со всеми биться, и у меня сразу не стало патронов. Поэтому основной выход на это нам сами вообще нельзя с ними вступать в ближний бой. Самое элементарное это просто убежать. Какие-то канализации, что ли? Да, по-видимому, это есть канализация. Сейчас на ту сторону сами перейдем и посюда. Ага, перейдем. Нет, тут можно по-видимому пройти. Фак. Давайте посмотрим на сами. Так, охотничье ружье. Нет патронов. Так, ну вот это патроны все-таки от дробовика или нет, мне хочется узнать. Да, 6 патронов, отлично. Я не буду их использовать, я просто хочу для подстраховочки все это сделать. Так, стена какая-то подозрительная, давайте-ка ее посмотрим. Может, я думаю, тут какая-нибудь трещина в стене есть, еще что-нибудь. Музыка тут, конечно, мерзкая. Мерзкая в плане страха, а не в плане того, что она неинтересна или какая-то неприятная. Музыка Silent Hill, она вообще очень оригинальная, на самом деле. Даже, мне кажется, в Resident такой музыки нету, но в Resident там тоже. Музыка ничем не хуже. Так, это что такое? Какая-то записка. А, это карта канализации. Так, сохранение. Обязательно сделаем. Перезаписываемся. Канализация добавилась. Отлично. Просто замечательно. 3 часа мы с вами играем. Кстати. Ключ от канализации. Просто прикольно. Так, и чё? Тут не пройти? Не понял, куда тогда идти. Что-то я, если честно, ничего не понимаю. Куда идти-то надо? Так, карту смотрим. Лестница. Так, две лестницы. Кстати, там, похоже, какая-то дверь, мне кажется, есть. Если я сейчас затуплю, конечно, вы уж особо меня это не критикуйте. Я тут ни разу не бегал, и что для меня тут ничего пока не понятно. Мне кажется, там же, в принципе, должна была быть дверь, где мы сами взяли ключ, или все-таки нет. Давайте карту посмотрим. Синяя. Что там такое синяя в верхнем углу? Так, еще раз, что ли? Так, тут тупик. Лес. Дремучий лес. Тоже не пройти. Блять, сраная канализация. Нам надо с вами попасть, кстати, на озеро. Озеро Толука, кто не в курсе. Я тут ничего такого не вижу, если честно. Тут все закрыто. Хорошо. Тут, кстати, две лесенки.
В одну мы с вами залезли, а еще есть одна, оказывается. Сейчас мы с вами сходим туда. Чё-то я не знаю, почему-то у меня персонаж, мне кажется, как-то очень медленно бежит. Так, смотрим карту. Вот. Давайте тут сходим вниз. Вниз это, то есть, вперед. Вот сюда. Главное не обоссаться. Вот дверька какая-то. Вы использовали ключ. Слава тебе, Господи. Хоть что-то правильное сделал. Так, ну тут и лестница есть. В принципе, канализацию, как я получаю, как... Твою мать. Опять эти звуки мерзкие, сука. Мне неохота ни с кем биться. Так, пол. Это у нас сами тараканы. Аптечка. Блять, ты в стену, чувак, только не врезайся. Я тебя умоляю. Так, если тут таракан, я возьму сейчас с вами. Где она у нас? Палка. Стальная труба. Вот только это. Блюдок, сука. Бей. Ну? Да ты что ты будешь делать? Давай, 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 давай. Чувак, ты почему бить-то не хочешь? Я ничего не понимаю. Ты что-то у меня тормозишь сегодня как-то. Вот. А говоришь, не можешь. А говоришь, не можешь, чувак. Все можем. Все можешь, если захотим. Так, сука, ублюдок. Готов. Давай, 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 давай. Готов. Вроде показывает 30 кадров в секунду, а почему-то какие-то, мне кажется, немножечко тормоза тут есть. Как-то он отказывается мне сегодня быстро бегать. Так, давай, поднимайся. Все, поднимаемся наверх. По окончанию прохождения Silent Hill мы все-таки сами начнем прохождение Silent Hill 2. Твою мать. Еще одна лестница. Вообще, конечно, в идеале бы... Блядь, кто-то сверху, что ли, или нет? Чуваки, мне... Да-да-да-да-да, я вижу, там кто-то ползает, сука. Так, кстати, вот эта херь... Блюдок, а? Держи, сука. Отлично, забили. Да, это вот эти вот лазящие, похоже, это они и есть. Давайте топор возьмем. Против них, я думаю, топор будет эффективнее. Тут завалы у нас с вами, тут мы не, точно не пройдем. Но мы с вами все проверим сейчас, все посмотрим. Тупик. Смотрите, нам надо с вами прямо идти. Вполне возможно, что мы с вами дойдем до следующей лестницы, и нам скажут, чувак, тебе надо идти, блин. Ух ты. Ты, вы видели это или нет? Блять, нам надо... Успели. Сильно-сильно. Так, это мы сами вылезли на начало. Так, нам это не надо, нам надо обратно сами. Что-то я так уже обрадовался, что мы сами какое-то место вылезли. Правильно. Это неправильное место. Надо смотреть, куда идти. Блин, я тут запутался, дорогие друзья. Вот, сюда нам надо с вами идти. Отлично. Побежали. Они не такие мощные, но... достаточно такие неприятные противники.
Бежим, 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 бежим. Так, с тараками мы точно связываться не будем. Нахрен они нужны, тратить на них. Вот, нам с вами сейчас вниз. Лесенка, мне кажется, будет закрыта. Так. Отлично, просто замечательно. Патроны. Так, немного патронов. Тоже прекрасно. Взяли настоечку, взяли патронов. Ах ты, сука. Тихо, тихо, тихо. Кипишите, падлы. Вы нас не догоните. Хотя они за нами, сука, бегут. И вот что я вам скажу, и этот тварь тоже бегает. Если мы пойдем вот сюда, мне интересно. Сами можем выйти? Вопрос, знаете, в чем? Для чего мы сюда идем? Здесь лестница. Давайте попробуем. Я, конечно, не буду тут... Блядь, сколько тут тараканов. Нам только вот такими путями, их обманными, пробегать. Заходим. Чувак устал. Ладно, посмотрим. Вполне возможно, что там что-то нас с вами ждет. Какой-нибудь приз. Супер приз. Может быть, какое-нибудь оружие новое. Нет, тут, наверное, все-таки лесенка была, наверное, закрыта. По сюжету нам, скорее всего, надо сюда с вами идти. О, фак. Здесь в воде ключ. Сейчас какая-нибудь тварь, сука, вылезет, смотри. О! Бежим, 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 бежим. Так, одного удара мы не боимся. Отлично. Скушать надо аптечку. Настоечку, которую сами нашли. Обязательно, просто. Она нам с вами необходима. Еще. Я слышу его. Вполне возможно, что они бегут за нами. Входим. Карта, карта, нужна карта. Нам надо прямо с вами двигаться. Да, тут опять, смотрите, сколько тараканов. Мы будем всех оббегать. Я понял, что если тут стрелять, то патронов нам вообще ни на что не хватит. Это что, блядь, за звук был? Нахрен, я хочу побыстрее с этой канализации свалить. Так, ублюдки, сука, я с вами не буду драться. Я не сохранился, представляете? Там было сохранение. Обратно можно зайти? Так, я хочу обратно. Мне надо сохраниться обязательно. Достаточно неприятное место, я вам скажу такое. Канализация вот эта. Сохранение. Так, палата 302, мы тебя перепишем. Потому что мы уже, слава богу, не в палате. 3 часа 6 минут мы с вами играем. В принципе, это не так много еще для игры. Но для того времени, мне кажется, это вполне достаточно. Ждем, ждем загрузка. Так, у меня нет карты этого места. Так, информационная доска какая-то. Что это такое? Это карта курортной зоны. Ты смотри, а. Мы с вами в курортную зону попали. А где мы находимся? Сверху. Улица Крэга. Уивера, Сэнфорда. Прикольно. Все, ничего, надо сами взять что-то посильнее,
что-то помоднее в руки. Все, смотрим. Энди Букстором. Книжный магазин Энди. Nail, nail, nail. Опа, фонит. Короче, кто-то тут есть. Понял. Куда бежать? Кто скажет? Кто не знает? Хм. Я вообще без понятия не имею, что нам надо сами. Тут есть какая вот улочка вот сюда. Давайте, может, сюда повернем. Промазал. Так, промазал. Тут тупик. Все, поняли. Карту. Я, если честно, не... Так, давайте вообще прикинем, что надо куда идти. Озеро Толука. А, нам же надо сами на озеро Толука. Скорее всего, надо сами, смотрите, там внизу какой-то маяк есть. Давайте попробуем туда сбегать. Сейчас я сами на карту посмотрю. Так, нет, обратно идем. Блюдок, а? Блюдок, сука. Ну, нам так все мозги сами вытрахают. Так. Все, вниз бежим, вниз. Мы сами правильно выше. Сейчас бежим до конца и потом направо уходим. Попробуем добежать до маяка, потому что нам с вами надо на озеро Толука. Фонит, 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 фонит. О, фак. О, фак, гиббон. Твою мать, а. Модель. Сука, как их много тут. Так, нам надо с вами направо. Так, гиббон за нами бежит. За нами вообще и летят, и бегут, и чё только нету. Сука, он не отстает, кстати, смотрите. По звуку слышу. Куда-то правильно, видимо, пошли. What's this? Оу, фак. Альтернативный мир. Он самый. Так, это реальность, кошмар. Это точно. Ох, не нравится мне это ощущение. Словно должно случиться что-то дурное. Тут, наверное, в принципе, путь-то один будет. Я предлагаю бежать направо. Так, а нет, меня направо никто не пустит. Обратите внимание, тут все закрыто. О, глаз чешется. Хорошо. Пойдем сюда. Гиббон ходит. Он нас, кстати, сами не спалил. Или уже, или сейчас только спалил. Смотрим карту. Нам можно, кстати, сюда завернуть. Если тут будет тупик, будет вообще жопа. Тупика тут-то нету. Так, есть псины. Блять, как тут всего много, а. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Твою мать, а. Сколько тут заморочек, ты посмотри. Бежим, бежим к маяку, однозначно. Я думаю, что мы с вами на правильном пути. Сейчас надо с вами налево будет взять. Блюдки, сука. Со всех сторон нападают на беззащитного человека. Блять, ты смотри, а. Вот, сука, твари, тут лесенка, дорогие друзья. Быстрее, 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 быстрее. Заходим, заходим, заходим. Отлично.
такой шум воды, а? Сибил. Harry. Привет. How did you get back here? I followed the sewer. Were you the one who cut the fence? Yeah. Она вперед нас оказалась. I was worried about you. You were worried? Where did you disappear to? Never mind. Куда ты исчез? I want to know what's going on here. Я тоже хочу. What is with this town? This may sound really off the wall, but listen to me. You've got to believe me. I haven't gone crazy. I'm not fooling around. At first, I thought I was losing my mind. Гарри Now Мейсон. I know I'm not. It's not дело me. Не во мне, дело в Сайлент Хилле. Весь этот город. It's being invaded by the other world. Согласен. The world of someone's nightmarish delusions come to life. Little by little, the invasion is spreading. Так, ну нам тут сами суть дела нас сами вводят. I think I'm finally beginning to understand what that lady was talking about. Юродивая. Harry, hold on a minute. I don't get it. Look, I don't understand it all myself. I guess I can't explain it. Well, what's making this happen? Мы слушаем сами. Смысла нет это все читать. Я думаю, вы сами читать умеете. Шерил здесь. Cheryl is somewhere and she needs my help. Harry. Точно. This whole thing's been a major blow to you. You need to rest. Тебе нужно отдохнуть. The demon is awakening, spreading those wings. Dahlia Gillespie. Dahlia Gillespie. Was it not as I said? Какая она мерзкая. Yes, everything. Hungry for sacrifice, the demon will swallow up the land. I knew this day. Сучка, ты всему виной, я знаю. The task is almost finished. Мне так кажется. Не верю. There's only two left. To seal this town to the abyss, the mark of Samael. When it is completed, all is lost. Все потеряно. Even in daytime, darkness will cover the sun. Тьма будет скрывать солнце. The dead will walk, and martyrs will burn in the fires of hell. Твою мать, пристрели ее нахрен. Everyone will die. So what am I supposed to do? I've got to save Cheryl. It is simple. Stop the. Останови демона. The demon taking that child's form. Сука, это нас случайно, нам не хочется, чтобы мы свою дочь убили. Before your daughter becomes a sacrifice. Before it is too late. Пока еще не поздно. Stop it! Stop it! What do I do? Go to the lighthouse on the lake. Маяк на озере. And to the center of the amusement park. Или же в центр парка развлечений. Make haste. You are the only hope. Look, Harry. I really don't get what's going on. But if there's a chance we can save your daughter, I'm in. I'll check out the amusement park. You go to the lighthouse. Отлично, разделились опять. Сибил. Сибил, спасибо. Давай. Тебе того же, удачки. You will need to use it. Use what? The flowers. Flowers. Only with that can you stop it. What about Sybil? Сучка. Вот так вот, дорогие друзья. Встреча, да? Так, мы сами собираем все патроны. Так, это что у нас? Винтовка. Винтовочные патроны. Так, рулевое колесо.
Так, ну и делаем сами сохранение. Обязательно, просто обязательно. Сохраняемся. Перезаписываем файл. И на этом катер, смотрите. И на этом, дорогие друзья, я предлагаю завершить прохождение этой части. Я надеюсь, вам понравилось, поэтому обязательно подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали. Оставляйте свои комментарии по поводу прохождения. Ну и ставьте палец вверх обязательно. Вам большое спасибо за внимание. Ну и с вами был, как всегда, Стич. Всем до новых встреч. Пока.